Начинаем наш урок. Новая недельная глава новой книги «Бамидбар» в пустыне. И говорил Бог, обращаясь к Моше в пустыне Синай, в шатре откровения, в первый день второго месяца, во второй год после исхода их из страны египетской. Так, прошел год и две недели. Первый день второго месяца, получается 1 яра 2449 года. Все это время мы жили возле горы Синай. Произведите исчисление всего общества сынов Израиля по семействам их, по учетам их, количеством имен всех мужчин поголовно, от 20 лет и старше, всех поступающих в войска в Израиле, их исчислите по ополчениям их, ты и Аарон. Наши мудрецы говорят, было уже два пересчета. Первый пересчет, наши мудрецы считают, был, когда нам говорят в книге Шмот о шекелях, что мы должны собрать по полшекеля. И наши мудрецы говорят, что их пересчитали, и было 603 550 воинов. И то же число получается и здесь. Но только там говорилось об общем количестве воинов, а здесь говорится поголовно, поименно, по коленам. Сейчас мы это будем читать. От 20 лет и старше всех поступающих войск в Израиле, их исчислите по ополчениям их, ты и Аарон. А с вами будет по одному человеку из каждого колена. Главы отчих домов своих. И вот имена людей, которые состоять будут при вас. Надо сказать, что Всевышний нам запрещает пересчитывать сынов Израиля. Но это прямое повеление Всевышнего пересчитать. От колена Реувена, Элицур сын Ждеура. От колена Шимона, Шлумель сын Цуришадая. Есть комментарий в Живой Торе, удивительный, конечно, очень, ну, серьезный источник, трактат Сангедрит 82-П и книга Кисхискуне это говорит, что это Зимри сын Салу, который был убит вместе с медианской принцессой Казби, Пинхас их убил. В общем, мы это знаем на последней стоянке в Шитиме. Нам это трудно понять, это выше нашего понимания, потому что прямой текст Торы говорит, что не осталось из них ни одного, кроме Калева, сына Ефуне, и Гоша, сына Нуна. И тем более мы знаем, что имена этих вождей заканчиваются в Гебе Аладха после стоянки, которая называется Тавера. После этой стоянки уже не было вождей, потому что написано в 78-м псалме Давида, что вышел огонь от Всевышнего и лучших Израиля поверх, то, казалось бы, раз других, то его нет. Но комментарий этот в трактате Сангедрин мы не можем игнорировать. От колена Иуды, Нахшон сына Аминадава, князь иудейский Нахшон, отец Салмана, дедушка Бааза, брат Элишевы. В общем, тот, кто первый зашел в море, он вообще прародитель царя Давида. И есть комментарии Живой Торе, очень тоже трудно его нам понять и принять. Даже пишется, что он двоюродный брат Аарона. Пишется, что прямой текст Торы, что взял Аарон Элишеву, дочь Аминадава, сестру Нахшона себе в шоны и так дальше. Трудно понять, как он может быть Аарон, двоюродный брат Нахшона. В общем, можно детально посмотреть, но так просто это не получится. Потому что там у Аарона все из колена Леви. В общем, а это Иуда. В общем, разберемся как-нибудь конкретнее. От колена Исахара, Нетаэль сын Цуара. От колена Звулуна, Элиав сын Хейлона. Мы знаем, что Завулун вошел в Египет с тремя сыновьями,
Сирет, Эйлон и Яхлиэль. Может быть, Эйлон стал Хейлоном. Такое у нас в истории часто бывает, добавляется буква. Но у нас нет к этому комментария, поэтому мы только можем рассуждать. Так как нет комментария, утверждать мы ничего не можем. От сынов Йосифа, от Эфраима или Шама, сынами Худа. Вот мы его знаем. Это дедушка Игошо, сына Нуна. Откуда мы это знаем? Пишется в книге Писания. Книга называется «Евреямим 1», 7 глава, по-моему, 26 строка. И там написано, что Элишама родил Амигуду, Амигуда родил Нона, Нон родил Игошу. Почему там стоит Нон, у нас переводится как Нун? Это уже другой вопрос, но наши мудрецы считают, что это так. От колена Менаше Гавлиэль, сын Бдацура. От колена Беньямина Авидан, сын Гедани. Очень трудно запоминаемое имя. От колена Дана Ахиезер, сын Амишадая. От колена Ашера Пагель, сын Охрана. От колена Гада Ильясав, сын Деуэля. Впоследствии Тора его будет называть Ильясан, сын Реуэля. Далее меняется на Рейш. Четверка на 200. Не знаю почему. Нет комментария к этому. Но потом в конце опять он становится Ильясавом, сыном Деуэля. Видно, какие-то поступки он сделал хорошие. Надеемся. От колена Нафтали Ахира, сын Эйнана. Это призванные из общества, вожди отчим колен своих, главы тысяч Израиля они. И взяли Моше и Аарон, этих людей, которые названы были поименно, и все общество созвали они в первый день второго месяца, и объявили они родословие свое по семействам своим, по отчим домам своим, количеством имен от 20 лет и старше поголовно. Как Бог повелел Моше, так и исчислен их в пустыне Синай. Посчитали поголовно. Но мудрецы считают, что это все-таки были собраны монеты по полшекеля и пересчитали их. Если есть какие-то вопросы, и кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста, не стесняйтесь. И было сынов Реувена, первенца Израиля, по их родословию семейную, помочено вам их количеством имен поголовно всех мужчин 20 лет и старше, всех поступающих в войско и исчислен из колена Реувена 46 500. А из сынов Шимона, по их родословию семейным, по очередам их исчисленных количеством имен, поголовно всех мужчин, 20 лет и старше, всех поступающих в войско, исчисленных из колена Шимона 59 300. А из сынов Гада, по их родословию семейным, по очередам их количеством имен, 20 лет и старше, всех поступающих войск, исчисленных из колена Гада, 45 650. Конечно, колено Шимона большое, 59 300 человек. Но мы знаем, что на последней стоянке, после того, что мы сотворили, поклонились Баальпиору, служили ему. В общем, колено Шимона превратилось в 22 200, чуть ли втрое уменьшилось. Раш считает, что все виновные в том грехе были из колена Шимона. Он так считает. И сынов Гада, по их родословию семейным, по отчинам, их количество имен 20 лет и старше, всех поступающих в войско, и числен с колена Гада 45 650. Здесь получается единственное колено, которое заканчивается на 50. Остальные все до 100, на 100 заканчиваются. А из сынов Иуды, по их родословию семейным, по отчинам, их количество имен 20 лет и старше, всех поступающих в войско, и числен с колена Иуды 74 600. На сегодняшний день здесь получается колено Иуды самое большое колено. Даже два колена Иосифа, если складываем, 32 200 было у Менаше и 40 500 у Ефраима, и все равно не получится 74 600 меньше. Но в главе Пинхас, когда мы пересчитаем, колено Иосифа превзойдет Иуду. Иуда вырастет, станет на 1900 человек больше, но колено Иосифа будет больше 80 тысяч, два колена будут больше. Так. Из сынов Иссахара, по их родословию семейную, получено их количество имен, 20 лет и старше, всех поступающих войска, и численность колена Иссахара 54 400.
а из сынов Звулуна, по их родословию семейным почерком, их количество имен 20 лет и старше, всех поступающих в войско, и численность колена Звулуна 57 400. А из сынов Иосифа, из сынов Ефраима, по их родословию семейным почерком, их количество имен 20 лет старше, всех поступающих в войско, и численность колена Ефраима 40 500, то, что мы говорили. И сынов Менашея, по их родословию семейному, по отчеству их количество имен, от 20 лет и старше, всех поступающих в войско, числится колено Менаше 32 200. Вот оно вырастет. Вырастет намного. Будет, по-моему, 57 400, по-моему, станет. В общем, оно сильно вырастет вперед. Так. И сынов Бениамина, по их родословию семейному, по отчеству их количеством имен от 20 лет и старше всех посылающих войск и числа колена Бениамина 35 400. Вырастет колено Бениамина у нас тоже. Тысяч на 10 в конце. И сынов Дана, по их родословию семейную, по отчеству их количество имен 20 лет и старше всех посылающих войск и числа колена Дана 62 700. То есть у Дана всего один сын. Хушим его зовут. Это он убил Исава, когда он претендовал на место, которое он продал в пещере Махпела, говорит, это мое. И сын Дана Хушима его убил. Так вот, он был один, и был он глухой, и от него огромное потомство. 62 700 от одного. Если мы смотрим у Бениамина, у которого 10 сыновей, и у него меньше. Получается 35 410. Даже как Всевышний подарит благословение неизвестно. Можно получить от одного огромное потомство. От большого количества. Не будет такого потомства. У нас в Лейпциге похоронен Шолом Йосиф, сын Раби из Ружина. Так. У него был один сын. Вот звали. Стал он впоследствии его, не знаю его имя, но в общем Букер Ребе в Румынии он стал. И у него родилось 18 детей. От самого Шолом Йосифа был один сын. Вот так. Бывает так тоже. И сынов Ашера, по их родословию семейную, по отчеству их количество имен, от 20 лет и старше всех поступающих в войско, числи из колена Ашера 41 500. Сыны Нафтали, по их родословию семейную, по отчеству их количество имен, 20 лет и старше всех поступающих в войско, числи колена Нафтали 53 400. Вот те, кого исчислили Моше и Аарон, и вожди Израиля, 12 человек, каждый из отчего дома своего, и было всех исчисленных сынов Израиля, по отчествам их от 20 лет и старше, всех поступающих в войско в Израиле, и было всех исчисленных 603 550. Наши мудрецы говорят, от 20 лет и старше, это с 20 до 60 лет. Так устная традиция говорит, мы так это понимаем. Даже если мы смотрим прошлую главу, и написано, что если мы хотим молиться за мужчину с возрасте с 20 до 60 лет, цена 50 шекелей. Вот самая дорогая цена. Получается, очевидно, тоже видно, что какое-то есть значение этого. Так. А левиты по отчему колену своему не были исчислены среди них. То есть у нас войско, а в середине стана у нас левиты с храма. Вот они считаются отдельно. И они не считаются с 20 до 60. У них другой подсчет. Те, кто работает с 30 до 50, а остальные с одного месяца и старше считаются. Вот так. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Только колено Леви не считай и исчисление не производи среди сынов Израиля. Обращи ты левитам наблюдение за шатром откровения и за всеми принадлежностями его, и за всем, что при нем. Они будут носить шатер откровения и все принадлежности его, и служить при нем. И вокруг шатра откровения стоять станом, и при подъеме шатра откровения в путь пусть складывают его левиты, а когда становится шатер откровения, пусть ставят его левиты. Посторонний же, который приблизится, предан будет смерти, и расположатся сыны Израиля каждый в стане своем, и каждый при знамени своем, по ополчениям своим. Наши мудрецы говорят, что на знаменах были цвета камней, которая находится на нагруднике первосвященника. Вот какого цвета камень этого колена, такое и знамя. Другие мудрецы говорят, что как Яков благословляет своих сыновей в конце книги Брешит,
Вот такие знаки были на знаменах. Допустим, если у Юды это лев, а у Рювена вода, там, допустим, у Нафтали лань, Бениамина волк, то вот такие знаки были. Вот есть разные мнения, как выглядели знамена. Левиты же будут стоять станом вокруг шатра откровения, чтобы не было гнева на общество в Израиле, и будут нести левиты стражу шатра откровения. И сделали сыны Израиля все, как Бог повелел Моше, так они и сделали. И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону так. Каждый при знамени своем, со знаками очи домов их, пусть стоят сыны Израиля станом, на расстоянии вокруг шатра откровения, пусть стоят они станом. А стоящие станом впереди к востоку. Восток — это сторона света, где солнце всходит. Знамя стана Иуды по ополчениям их. А воин сынов Иуды Нахшон сынами Надава. А воин свой чистых 74 600. А стоящие возле него станом колено Иссахара. А воин сынов Иссахара Нитен сын Цуара. А воин свой численных 54 400. Колено Звулуна, воин сынов Звулуна, Элиав сын Хейлона. И воин свой численных 57 400. Всего исчислив стане Иуды 186 400 по ополчениям их и первыми идти. То есть походы выходят первые, стан Иуды, в него входят три колена: Иуда, Иссахар и Звулун. Вот так. Когда они стоят к востоку, стан Иуды. Значит, они стоят все квадратом. Размер этого квадрата, то, что мы смотрим в комментариях мудрецов, 12 тысяч локтей на 12 тысяч локтей. Но это грубо, это 6 километров на 6. Вот такой квадрат. По всем сторонам стоят станы. И внутри стана Моше и Аарон. И стоят коины и левиты с шатром откровения. Вот так. Знамя стана Рювена к югу, по ополчениям их. А воин сынов Рювена Лицур сын Ждаура. А воин своего исчислих 46 500. Возле него пусть стоит станом колено Шимона. А воин сынов Шимона Шмуэль сын Цуришадая. А воин своего исчислих 59 300. И колено Гада, воин сынов Гада Элиасав сын Реуэля. Видите, был Теуэля, стал Реуэля. А воин своего исчислих 45 650. Всего исчисленных в стане Реувена 151 450. По ополчениям их, им вторыми идти. Интересно, что ковчег, самые святые предметы храма, в общем, охранялся, вот получается, как бы поближе стояло все святые предметы именно к этому стану. Внутри, ну, как-то так получается, что они самые святые предметы как бы охраняли. Такое впечатление, это не комментируется, просто видно на схеме, которую наши мудрецы рисуют. И двинется затем шатер откровения, стан левитов посреди станов. Как они стоят, так и идти им, каждому на своем месте. Это предварительно, потом у нас будет дальше рассказано, как они двинутся. То есть ковчег идет вперед на 3 дня пути в пустыне, он там равняет дорогу, там разгоняет врагов, в общем, убивает змеев, скорпионов, еще чтобы мы нормально шли. Потом движется стан Иуды, потом за ним идет левиты, которые несут шатер, и потом идет дальше стан Реувена, и потом дальше же идет храм, в общем, идет все святые предметы храма. Но это мы будем дальше читать. Да. Так. Знамя стана Ефраима по ополчениям их к западу. А воин сынов Ефраима Элишама сына Мегуда. Это дедушка Егошуа, сына Нуна. И воин своего исчислил 40 500. А воин его колено Минаше. А воин сынов Минаше Гамлель сын Дасура. А воин своего исчислил 32 200. И колено Бениамина. А воин сынов Бениамина Авидан сын Гедани. И воин своего исчислил 35 400. Всего исчислил колени Ефраима 108 100. По ополчениям их третьими идти. Знамя стана Дана к северу. По ополчениям их. А воин сынов Дана. Ахиэдзер, сын Амишадая. А воин своего исчислил 62 700. А возле него стоят станом колено Ашера. А воин сынов Ашера. Пагиэль, сын Ахрана.
а воинство исчислих 41 500. Колено Нафтали, а воинство сынов Нафтали, Ахера сына Инана, и воинство исчислих 53 400. Всего исчислих станет Дана 157 600. Последними идти им по знаменам своим. Вот исчисленные сыны Израиля, получит вам их. Всего исчисленных станок по ополчениям их 603 550. В конце, когда мы будем читать пустыне, там у нас останется 601 730. Невзирая на все, что много людей потеряли, все равно численность будет немножко только меньше. Левиты же не были исчислены среди сынов Израиля, как Бог повелел Моше. И сделали сыны Израиля все, как Бог повелел Моше. Как стояли они станом по знаменам своим, так и ходили, каждый семейство своем, при отчим доме своем. А вот родословие Аарона и Моше, когда говорил Бог с Моше на горе Синай. И вот имена сынов Аарона, первенец, Надав и Авигу, Элизар и Итамар. Это имена сыновей Аарона, коинов помазанных, которых он уполномочил служить. Но умерли Надав и Авигу пред Богом, когда воскурили они огонь чуждый пред Богом в пустыне Синай, а детей не было у них. И служили Элизар и Итамар при огороде отце своем. Наши мудрецы говорят, если бы были у них дети, они бы не умерли. Всевышний их бы пожалел ради детей. Но они хотели, чтобы у них были достойные жены, и они считали, что Элизар и Итамар родят дочерей, и вот они на них женятся, в общем. Всевышний их тогда, получается, не пожалел. И говорил Бог, обращаясь к Моше так, приведи колено Леви и приставь его к Аарону коину, дабы помогали они ему. И пусть несут они стражу за него и стражу за все общество перед шатром откровения, исполняя службу при шатре. И пусть наблюдает за принадлежность шатра откровения и за обязанностями сынов Израиля, исполняя службу при шатре. Отдай же левитов Аарону и сыновьям его, полностью отданы они ему и сынов Израиля. Аарону же и сыновьям его поручи, чтобы наблюдали они за службой их. Посторонний же, который приблизится, предан будет смерти. То есть просто так прийти в шатер нельзя. К храму подходить просто нельзя. Если у тебя есть необходимость к этому, что нужно принести жертвы. В общем, это другое дело. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Вот я взял левитов из среды сынов Израиля, вместо всех первенцев, открывающих утробу, и сынов Израиля, чтобы моими были левиты. Ибо всякий первенец мой, когда умертвил всякого первенца в стране египетской, освятил себе всякого первенца в Израиле, от человека до скота, мои они, я Бог. И говорил Бог, обращаясь к Моше в пустыне Синай так. Исчисли сынов Леви, поочередно вам их, по семействам их, всех мужчин, от одного месяца и старше, исчисли их. Исчислил их Моше по слову Бога, как было ему велено. Вот сыны Леви, по именам их, Гершон, Икигат и Мерари. И вот имена сынов Гершона, по семействам их, Левни и Шими. А сыны Икигата, по семействам их, Амрам. Это отец Аарона, Моше, Мирьям, Ицхар. Это отец Караха, Нефеха, Зихри, Хеврон, мы его сыновей не знаем, и Узиэль, сыновья его Мишель, Эльцафан и Ситри. Мишель и Эльцафан это те, кто вынесли сгоревших Надава Авигу, мы знаем, из шатра откровения. А сыны Мрари по семействам их Махлей и Муши, это семейство Леви, по отчествам их. У Гершона семейство Левни и семейство Шими, это семейство Гершона. Из численных, у них, считая всех мужчин от одного места и старше 7500. Семейство Гершона позади шатра откровения стоят станом к западу. А вождь отчего дома Гершона Эльясав, сын Лаэля. На хранении же сынов Гершона при шатре откровения сам шатер и покрытие его, полог при входе в шатер откровения и завесы для ограды двора, и полог при входе во двор, который вокруг шатра откровения и жертвника, и веревки его, и все его для всего устройства его. То есть у него ткани, получается. Ткани, завесы, вот это его работа, вот это он переносит.
7500 человек у него. Хотя мы посмотрим, что у Цуреля, сына Авихаиля, а потом у Галена Мрари, у него самые тяжелые, казалось бы, предметы, и балки, и подножие тяжелые. В общем, все это тяжелое носит, и у него всего будет 6100, по-моему, человек. То есть меньше, казалось бы. Но потом эта справедливость восстановится в следующей главе. У Кегата семейство Амрама, семейство Изгара, семейство Хеврона и семейство Узиэля. Это семейство Кегата. Считая всех мужчин одного месяца и старше, 8600 наблюдающих за святилищем. Казалось бы, у Кегата только священные предметы, ковчег, минора, стол, маленький жертвник, большой жертвник, наверное, умывальник. Вот такие священные предметы. У него больше всех людей. Казалось бы, чем больше людей, то больше надо предметы носить. Но не так. Потом посмотрим, будет это все восстановлено. Да. Так. Семейство сынов Кегата стоят станом сбоку от шатра откровения к югу, а вождь отчего дома сын семейства Кегата Эльцафан сын Узиэля. Вот он, главный левит страны. А на хранение же у них ковчег, и стол, и минора, и жертвники, и священные сосуды, которыми совершают служение, и полог со всем устройством его. А вождь над вождями левитов Элиазар, сын Аарона Коэна, для надзора за исполнителями охраны святилища. У Мрари, семейство Махли и семейство Муши. Это семейство Мрари. И же у них, считая всех мужчин одного месяца и старше, 6200. Авось отчего дома семейства Мрари Цуэль, сын Авихаиля. Сбоку от шатра откровения стоят они станом к северу. Обязанность надзора сынов Мрари – балки шатра откровения, и засовы его, и столбы его, и подножия его, и все принадлежности его со всем устройством его, столбы двора кругом, и с их подножиями, и колями, и веревками, стоять же станом впереди шатра откровения, к востоку, перед шатром откровения, Моше и Аарон, сыновьями его, охраняя святилище для предостережения сынов Израиля, посторонний же, который приблизится к смерти, предан будет смерти. Всего из чистых левитов, которых чистил Моше и Аарон, по велению Бога, по семействам их всех мужчин от одного месяца и старше 22 тысячи. Тоже без комментария нам это не понять, потому что если мы прибавим сейчас это все 7500 у Гершона и 6200 у сынов Кегата и 8600 у Мрари, то как бы мы это ни пересчитали, все равно получится 22 300. А здесь нам Тора говорит всего 22 тысячи. Что же это такое? Что это за задача такая непонятная? И дело в том, что нам нужно определить левитов, которых мы будем менять на первенцев. Один первенец будет заменен левитом. Мы это знаем. И у левитов тоже рождаются свои первенцы. Так вот эти уже первенцы, которые родились у левита, 300 человек, они уже Всевышнему принадлежат. И на них уже ничего не поменяешь, все. И получается, что тех левитов, которых можем поменять, 22 тысячи. Так наши мудрецы разбирают это место. Искал Бог, обращаясь к Моше, ищите всех первенцев мужского пола и сынов Израиля от одного месяца и старше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, ибо я Бог, вместо всех первенцев и сынов Израиля, а скот левитов вместо всех перворожденных и скота сынов Израиля. И ищите на Моше, как повелел ему Бог, всех первенцев и сынов Израиля. И было всех первенцев мужского пола, считая по именам, от одного месяца и старше, всех исчислили 22 273. То есть 273 человека. Как же их поменять? И говорил Бог, обращаясь к Моше так: возьми левитов вместо всех первенцев и сынов Израиля, и скот левитов вместо их скота, и будут левиты моими, я Бог. Что же до выкупаемых 273 лишних против числа левитов из первенцев и сынов Израиля, то возьмешь по 5 шекелей с головы шекелями священными, возьми 20 монет гера в каждом шекеле,
то есть обычно шекель это 10 мет гера, 10 огород, а священный 20. И отдай это серебро Аарону и сыновьям его выкуп за лишних из них. И взял Моше серебро выкупа за лишних против замененных левитами от первенцев и сынов Израиля. Взял он серебро, это 1365 шекелями священными. И отдал Моше это серебро выкупа Аарону и сыновьям его по слову Бога, как Бог повелел Моше. И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону так. Ищите сыновки Гата из среды сынов Леви, по семействам их, по учинам их от 30 лет и старше до 50 лет, всякого годного для служения, для исполнения работы в шатре откровения. То есть левиты служат в храме, полноценно работают с 30 до 50 лет. То место, которое говорит, возьми их от 25 лет, говорит о том, что 5 лет они были на практике в храме. И только с 30 начинали самостоятельно работать. Вот служение сынов Кегата в шатре откровения святая святых. Войдут Агароны, сыновья его, когда стан готовится выступать в путь, выступить в путь. И снимут завесу полога, и покроют ею ковчег свидетельства, и положат на него покрытие шкур тахашей, и накинут покрывало, все из головой шерсти, сверху, и направят шесты его. Мы же с вами читали, что в кольцах ковчега должны быть шесты. Нельзя вынимать их оттуда. И Шмот это читаем. Что же это такое здесь? Смотрим комментарий. Хорошо. Так. Так, Рашин не комментирует. Смотрим Санчина. И направят шесты его. Шесты для переноса ковчега завета при движении по пустыне. Здесь нет такого комментария. Ну, мудрецы считают, что это какое-то действие, их поправят, что-то сделают. И не считают, что были декоративные какие-то шесты. То есть точного ответа на этот вопрос нет. Потому что написано, что нельзя вынимать оттуда. Но здесь пишут, что направят шесты его. Глагол такой, что действие какое-то. Но какое-то действие с ними совершат. Видно, может, вынимать оттуда нельзя, а поправить их можно. Не знаю. А на стол возложения возложат покрывало из голубой шерсти и поставят на него блюда и ложки, и кружки, и чаши для возлияния, и хлеб постоянный пусть будет на нем. И накинут на них покрывало из червленицы, а его покроют покрытиями шкур тахашей и вправят шесты его. И возьмут покрывало из голубой шерсти и покроют минору, и светильники ее, и щипцы ее, и сырки ее, и все ее сосуды для масла, которыми совершают пред ней служение. И положат ее со всеми сосудами ее покрытие шкур тахашей и навесят на шест. То есть мы говорили, что она, по идее, должна очень много весить, как на шест ее, кто ее может такой груз носить. Но раз так, так она ничего не весила, как мы уже разбирали такие вещи, что, возможно, она была вообще невесомая. А на золотой жертвник накинут покрывало из голубой шерсти и покроют его покрытиями шкур тахашей и направят шесты его. И возьмут все служебные принадлежности, которые совершают служение в святилище, и положат на покрывало из голубой шерсти, и покроют их покрытие шкур тахашей, и навесят на шест, и очистят жертвник от пепла, и накинут на него покрывало из багряницы, и положат на него все принадлежности, которыми совершает на нем служение. Самки, вилки, лопатки, чаши, все принадлежности жертвника, и накинут на него покрытие из шкур тахашей, и вправят шесты его. А когда Аарон и сыновья его закончат покрывать святилище и все священные сосуды, когда стан готовится выступить в путь, то затем войдут сыны Кегата, чтобы нести. Но нельзя им дотрагиваться до святилища, а то умрут. Вот что носить сынам Кегата и шатра откровения. Под надзором же Элиазара, сына Аарона Коэна. Масло для миноры, смесь благовоний для воскурения и дар постоянный. И масло для помазания, наблюдением за всем шатром откровения, и за всем, что в нем, за святилищем и за принадлежностями его. И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону так, не доведите до гибели колена семейски Гата и среды левитов. Вот что сделайте им, чтобы жили и не умерли. Подходя к святая святых, Аарон и сыновья его пусть ходят и расставляют
и каждого у работы его, и у ноши его. Нельзя входить им и смотреть, как покрывает святилище, а то умрут. То есть наши мудрецы говорят, подходят коины, снимают завесу и сразу ее ложат ее на ковчег свидетельства, ковчег завета. И только после этого, когда полностью все покрытия ковчега уже были сделаны, каждый левит имеет свое место, где он становится, и для переноски. И вот тогда левиты не умрут. Это очень точная работа, очень опасная. Наши мудрецы говорят, что ковчег сам носил своих носильщиков. Но мы действительно видим, что тот вес, который Тора нам пишет, невероятно его. С места не сдвинешь, не то что носить. Так, на этом глава Бемидбар заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, сказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Читаем Хафицхайм. Хафицхайм любить делать добро. Ежедневные уроки, умение давать. Уроки Рава Фишля Шехтера по книге Хафицхайм Ватхес. Перевел на русский язык Виталия Спинады. День 22. 22 Тишри, 22 Нисана. Гаватхес, раздел 2, глава 7. Предотвращая позор. Сегодня начну побуждать себя отвечать «да» на всякую просьбу о помощи, которую могу оказать. Когда человек отказывается зет хесед, он может считать, что не делает ничего плохого, просто не использует возможность сделать что-то хорошее. Но это неверно. Хафец Хаим цитирует Тору Дворим 15.9, где всякий, кто отводит глаза от нужд бедного, называется Блияаль. Такой эпитет, большой позор. Буквальный смысл этого слова – человек без ярма, Блиоль. Он сбросил ярмо Торы, чтобы жить лишь для себя. Ему нельзя доверять, потому что он не обязывает себя тем, что Тора определяет как добро и зло. И его воспринимают не как доброго человека, который ошибся, потому что он нарушает активно, намеренно. Тора наставляет евреев сторониться таких людей. Трактат Гитин 36а. Более того, Хафец Хаим убеждает евреев не становиться такими и понять, как низко быть таким. Он приводит фразу из Талмуда, кто больше 68а, и человек, который отворачивается от хесета, сравнивается с идолопоклонником, кто прячет глаза от возможности дать цдаку, будто служит идолам. Нужно сторониться тех, кто не хочет одалживать деньги, особенно это касается периода перед субботним годом, когда списываются все долги. Блияаль цини, когда всей общине особенно трудно, он найдет поводы проигнорировать это, чтобы сохранить капитал. Делая это, продолжает фраза, он начнет ходить среди народа и убеждать их поклоняться идолам. Связь между отказом помочь и соблазнением поклоняться идолам разбирается дальше. Здесь Хафец Хаим концентрируется на резкой реакции Торы на это поведение. Конечно, никакой еврей не хочет выглядеть так в глазах Торы и подвергаться остракизму, стать презренным Блияаль. Но некоторые люди считают, что для них добрые дела не главное, могут отвлечь их от других задач. И Хафец Хаим предупреждает, они неправильно надели ярмо, ибо хесед – цель жизни еврея. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, парнаса, кавана, мазал тов, что мы этот час не грешили, изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До встречи, Блинедер, в четверг, в час дня. Спасибо. Пожалуйста.